Алексей Александрович, просто уже давно Алексей Александрович хотел раз. Добрый день, уважаемые. Сейчас нельзя, Роман Борисович. То, что вчера, конечно, принято решение вами, это, я считаю, мужественно, правильное, потому что усугубляя данную ситуацию нельзя было дальше, потому что вы знаете характер и башкирского народа, и местного населения, они никогда не отступают, когда за свое место, местность, они всегда выступают, сразу собираются и так далее. Поэтому я вижу, проблема, она не, как уж там не лежит на поверхности, хотя она наверху, но проблема усугубляется, как бы в недра, вот, образно говоря. Причин много. Здесь я вижу проблемы системные. Системного характера, я уже об этом не общественной палате и форуме говорил. Потому что центр принятия решений сегодня по природно-ресурсной тематике, по недрам особенно, он принимается без участия республики. Понимаете? Нет того органа. Я вот даже вот переправил эту лицензию. Он выдан по факту открытия. Они пробурили 7 скважин дополнительно тому, разве можно 7 скважин охватить весь Куштам? Невозможно исследовать. Вот он геолог сидит рядом, и другие скажут. Сомнения у меня есть. Лесные дела, другие дела и так далее. То есть принимаются они без участия Минэкологии, хотя там ни одного геолога нет. Моей службы нету. Все это принимает экспертиза в Казани, Перми, Нижнем Новгороде, где раньше все решалось, при вашем, когда глава администрации был, мы решали совместно с Федеральным министерством, но я всегда в ваших комиссиях, где мы участвуем, ну, сегодня такого нету. Поэтому все вот эти управленческие решения части недр принимаются келейно, без республики. Вот проблема, понимаете, вот это... Первый, когда вы приехали, это каменные карьеры в Баймаке, так ли? Столкнулись. Проблема надзора, контроля ослаблена, вы сами признали. Проблема Сибая. Та же система разработки проект нарушен. Это же все мы знаем. Сейчас проблема, значит, это вот в районе Стартамак, Салават и так далее. Экологическая нагрузка растет. Вы же знаете, там и проведены ядерные взрывы, и захоронения в Светайском полигоне, КАМА-1, КАМА-2, Бутан. Мы настолько напичкали этот регион, и вдруг еще вот Куштам. Хотя вот в течение 27 лет мы занимались активно и результативно, мы сделали альтернативные сырьевые базы. Но в течение этих лет... БСК, ну БСК сейчас не дропользует, а недропользует сырьевая компания. Они постоянно шантажируют правительство. Я бы это откровенно говорил. Там есть определенный менеджмент, который торпедирует все решения. Я вот согласен Министерству природных ресурсов Юрию Петровичу Трутневу. И другим согласованно работали и, все, и так далее. Решения принимались. Но сегодня... Когда они оттуда направляют, мне есть письмо, я вам покажу потом, направляет вопрос о том, что поставили вопрос о снятии Торатава и Юратава охранного статуса. Понимаете, что ответили? Даже ответ не получили. Я вижу вот слабая координация, вы вчера об этом говорили, и сегодня мы перейдем. Слабая координация между федеральным министерством и отсутствие собственной горно-геологической службы. Все проблемы будут постоянно, перманентно повторяться. Вот опять же, в район Баймака, вот вы сказали, поедете, там золотые разработки сейчас, да, в районе Тубинска, ладно, в других местах и так далее. То есть Басаево там, они возникать будут постоянно, если мы свои руки не возьмем, собственно, горно-геологическую службу, как раньше было. И будем, потому что мы единственный регион, в котором все виды полезных ископаемых. Контроль, надзор в Оренбурге, экспертиза в Казани, Екатеринбурге. Вот мы сейчас остались ничем. Управление Башнефтью в Москве. Но куда мы катимся? Мы поэтому мы пожинаем результаты всей этой вот этой системной, системного упущения.
управление. Поэтому мне предложение одно, я вам доложу. Давайте создадим свою собственную горно-геологическую службу. Я готов на общественных началах помочь в этом деле. Давайте мы сделаем, чтобы у вас была правая рука в этом направлении. Я призываю просто, я готов помочь и со своими структурами, и которые через геологи живы, горняки. Сегодня проблема недоработки. Они ездят, понимаете, ниже Новгород 3-4 раза, чтобы исправить запятую. А там нет таких специалистов. Вот мне просьба, просто вот этому системному вопросу вернуться отдельно совещание посвятить. Как бы создать структуру. Мини-экология, нет там ни одного ни геолога и тем более надзорных органов. Спасибо. Василий Федорович, ну сперва я вас попрошу, все-таки человек авторитетный и про вас есть, собственно, на горе тоже говорили, так вот, ну, там много было и воздухов, и слов. Про вас и там говорили, что я бы очень хотел, чтобы для начала, пока вы помогли нам все-таки вступить на тропу диалога, пусть он даже короткий, тропу диалога по коалиционному совещанию. Вот это. То, что касается службы, давайте мы с вами увидимся, не готов сейчас сказать, но, безусловно, это нужно. Мы свою карту не знаем, но Геннадий Александр Геннадьевич, даже он удивлялся, мне приходил, рассказывал, что у нас есть много чего не знал. Вот он просто общается. Давайте со мной увидимся и подумаем, как это сделать. Потому что я с вами особо согласен. Знаете, как жизнь устроена? Я тоже считаю, не очень управленчески и хорошо. Я, как глава республики, очень часто узнаю, что приходит, соответственно, разработчик, который решение, по которому принято на комиссии там. Ну, такого устройства сейчас, соответственно, этих механизмов. Здесь вы правы. И мне это тоже не скажу, что нравится. Но давайте обсудим.